Доброе время суток всем. Вы знаете, вот прям распирает меня поделиться такой вещью. Не знаю, я думаю, что все знают, что такое медитация. Медитация мне нравится. Я всегда медитировала. Вот, когда начала заниматься йогой, еще больше стала медитировать. Ну, такие медитации у меня простые. Если я куда-то что-то засунула, не могу найти, да, я медитирую и нахожу потом эту вещь. А уже занятия с йогой такие, более глубокие медитации. Но в основном они у меня на кустарном уровне, так я в себя вхожу со своими органами, разговариваю, я их вижу, спрашиваю, как они поживают у меня. Вот несколько лет назад легкие мои жаловались, я курила, но я их что-то не слышала, не понимала. Потом, когда начали все, так сказать, поднялись на восстание, и все органы подсоединились, задыхались от моего курева, я услышала свои легкие, бросила курить. Вот. Ну и с тех пор вошло у меня в привычку, я каждый раз с ними разговариваю. Так, каждый день, считай, разговариваю с ними, медитирую. Как они, что там? Вот пару лет назад один мне сказал: знаешь что, я уже тебе не нужен, отпусти меня, и другим легче будет, и просторнее будет. Ну, подумала и отпустила. Вот. И, ну, сегодня вот в медитации, и сегодня, вернее, ночью, я вчера, 3 апреля 2020 года, кстати, скажу. Вот, значит, медитация, я, значит, разговариваю там, как всегда, и вдруг у меня выходит такая картинка. Наша Земля, она нас поставила всех по экватору, мы взялись за руки, сказала: возьмитесь за руки и стойте, я вам сейчас буду речь говорить. А вот, вот, хочу от вас отдохнуть. Вот китайцы эти шастают все время по мне, шастают туда-сюда, путешествуют. Вот решила их посадить, отдохнуть от них. Но нет. Другие продолжают шастать. Короче, всех она посадила. Ну, знаем, что это вот карантин. Она нас всех посадила на карантин. Мы сидим, думаем. И говорит: подумайте, что вы вообще о своих ценностях. Ну, я не буду вот высокопарными словами говорить. Но подумайте, что для вас ценно, что вы вообще хотите, для чего вы живете на Земле? Для того, чтобы меня засорять, топтать меня своими ногами. И все. Или вам нравится, чтобы я цвела, пахла, благоухала? Подумайте. Вот сидели, вы думали. Теперь я вам делаю такой эксперимент. Все вы сейчас стоите на экваторе, взявшись за руки. Сейчас я сделаю 3 вещи. Сначала я чихну, потом я кашляну, а потом я засмеюсь. Громко. Так громко, что буду вся трястись. И вот тогда я посмотрю, что с вами будет. Как крепко вы будете держать свои руки, как вы держитесь. Ну, одно хочу сказать. У тех, кого мысли светлые, кто меня любит, кто меня услышал, на них моя встряска не подействует. Они так и останутся, как будто магнитом их прицепило ко мне. Так и останутся. Ну, а все остальные уж не обессудьте. Вот такое у меня было. Я не знаю, что это такое. Вот медитация, картинка какая-то. Вот такая вот картинка у меня сегодня появилась. Просто хотелось поделиться. Думаю, надо же. Вот так бывает. Интересно. Ну, я думаю, что у многих бывают всякие случаи. Но мне захотелось именно вот этот случай, почему он со мной сегодня ночью произошел. Вот так. Надо что-то подумать. Ну, в общем, я вас всех люблю. Думаю, что все и так думают, время есть подумать. Любим мы друг друга. Нужны ли нам семьи? Скучаем ли мы? Или как? Или каждый сам себе может жить? Вот как-то вот так. Ну, всем пока-пока.